Привет, это снова я. Узнали, курьер из лабиринта везет мне манускрипт Войнича. Это прекрасно. Я его заказала месяца 4 назад, наконец-то. У меня образовалось какое-то количество, даже, знаете, приличное, флаконов новых в остатках. И один даже прям я купила целый. И несколько свечей каким-то образом. Я показала свечи из Евгений Гор, который делает You Candles, и мне мои, значит, друзьявки Лена Читоки и мистер Николай прислали свои свечи, которые они сами варят у себя на кухне. Я не знаю, как это происходит, но вот так. У меня есть от Лены Читоки «Без борьбы нет и победы». Я не понимаю, чем она пахнет. Чем-то терпко... Ну, в общем, название ей подходит. Не могу никак вычленить ни одной ноты, но он такой терпко, парфюмерно, пряный, и немножко техничности в нем есть. В общем, я ее, вот эту я еще не жгла пока, потому что я очень редко могу себе позволить пожечь свечи в квартире. У нее, я так понимаю, упор на Китай, Японию, Корею, всякое такое. То есть, если вы фанат аниме, вам вот сюда. Оставлю ссылочку на Лену. Кошка, я ее выгоняла, пригоняла, боже мой. А если вы фанат, во-первых, мужиков, во-вторых, минимализма, вам к мистеру Николаю. И объемы тут как бы, вот, видите, тоже прям побольше. У меня есть две свечи. Одна называется Линден, а вторая называется Dark Side. Линден я еще не жгла, но, в общем-то, она пахнет. Чем написано, тем и пахнет. А вот эту Dark Side, она меня заинтриговала. И она прям вот Dark Side. Это, знаете, какое-то что-то в стиле дыхания Господа от Лаш. Такой горький, глубокий, тоже терпкий какой-то такой аромат. Пахнет на диффузность великолепная. Пахнет на всю комнату еще немножко. Очень сильно прям, даже, знаете, немножко слишком сильно для квартиры 56 метров. Но, в общем, почти все свечи, которые я пробовала в своей жизни, не пахли вообще. А это прям, ну. Если у вас большая квартира, берите эту. Если вы любите липу, Линден липа, берите эту. Тоже ссылку на Колю оставлю внизу. Рассказываю теперь про ароматы. Все началось с того, что я увидела, опять же, у Лены Читоки, в очень маленьком остаточке флакон снятого Vagabond Prince Enchanted Forest, по-моему, называется, да, этот аромат. Я его так давно хотела, но в маленьком-маленьком остатке. Я вообще решила, что я полные флаконы теперь очень редко буду покупать остатки, потому что вот этих там 5-10 миллилитров, ву. Но здесь очень красивый флакон, и покупать от Levant не имеет смысла, потому что без него теряется часть эстетики. Здесь крышка весит, я не знаю, как мой ребенок, наверное. Она прямо тяжеленная, и я думаю, что если поставить на прикроватном столике вот эту хрень, во-первых, ее можно использовать как какие-то вагинальные шарики. Один шарик, можно купить два. Можно перекатывать, да, их, как эти вот шары для умников. А можно просто прибить, на самом деле, мужичка своего, если он тебе что-то не то скажет. Пахнет великолепно просто. Очень жаль, что он снят. Если он не снят, поправьте меня, мне казалось, что он снят. Единственное, что меня бесит, это вот эта вот сратая луна. То есть здесь такой прямо какой-то русский а-ля хохлома какая-то, да, узор. И даже волна это меня не раздражает. Но вот эта луна, ну, малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. А аромат, он как бы такой про лес, про лесную, где совершенно нет никакого мха. Как такового, никакой подстилки, никакого перегноя. То есть это не тот аромат, про который, да, я часто говорю, вот это вот лес, мох, перегной. Здесь именно какие-то засушенные травы, засохшая мята, какой-то, может, там, не знаю, чабрец. Хвои нет. Очень приятный. Он не громкий сам по себе, но он чувствуется. То есть это не те, которые прям вот эта вот сладкая сладость от тебя расходится на 25 метров, и все в ней купаются. Он достаточно тихий, но его слышно, и я ходила с ним в лес. Я ходила с ним за грибами,
и что-то сказала про мои духи, и, значит, чувак, который ходил со мной за грибами, сказал, что он чувствует их достаточно сильно. А на минуточку я ехала, ну, душилась я в городе, я ехала 1,5 часа на дачу, и там еще 3 часа его прождала, потому что он там был занят распитием алкогольных напитков. То есть, и он их чувствовал в лесу. Вот этот аромат он чувствовал очень хорошо. Потрясающе. Просто я, наверное, взяла бы побольше остаток, если как-нибудь увижу. Как-то я помню, в парфбаре, по-моему, Полина купила половинку флакона за приемлемые деньги. Великолепно. Просто флакон супер. Аромат чудный. Все в нем хорошо, все в нем прекрасно, кроме вот этой вот жуткой луны. Поставлю здесь, чтобы вы это наслаждались. Следующее, что у меня появилось, это артизан парфюмер La Chasse au Papillon. Там вообще остаток миллилитр, наверное. Это я купила на сдачу. Заказывала себе в парфбаре хм. Тоже ссылку оставлю. Сейчас он на мне, он мне, откровенно говоря, не нравится. Там была заявлена липа, но я чувствую только жасмин. Я липу чувствую, но он слишком резко. Он слишком резкий для меня. Белый цветочный, резкий. Это не моя эстетика, не мое это пальто, да, как говорится. Да, пользуюсь, наверное, им, но это не то, чтобы я хотела прям вот ощущать. Слишком резкий, слишком резкий. Следующее, собственно говоря, ради чего я делала заказ. Вот, я уже показывала его в инсте. Я увидела его давно, потеряла покой. Здесь остаточек, ну, был чуть больше, то миллилитров, наверное, было 10. Я уже вот хорошо его использовала. Дольче Габбана, Фрут Коллекшн, ананас, как вы можете догадаться. Увидела, у нас в Литуале продавался, попробовала его, он мне понравился. Но все дело в том, что аромат вторичный. В принципе, любая эскада, лимитка, летняя, она... Дайте я пучу кошку, не могу. Чтоб, когда эта польза была от нее? Сейчас обратно начнет скриптись. Любая эскада лимитка летняя, в принципе, перекроет вам вот это вот желание свеженького ананасика. Он приятный, он стойкий, но он не стоит сколько там, 20 тысяч рублей, по-моему, они хотят, или даже 24. Они хотят вот за это. И опять же такая же ситуация, как с Вагабонд Принцем. Безумно красивая упаковка, хотелось бы ее иметь, этот флакон в коллекции, но платить полную стоимость за это я не хотела, и вот великолепно нашла остаток во флаконе, и у меня есть и аромат, и флакон, все неотделимо, и играет просто содержимое плюс упаковка прям великолепно. Я довольна, на лето чудесно, прям хорошо. Куда только потом этот ананас девать, когда я использую до конца все, что там внутри, я не знаю. Буду хранить, видимо, его для красоты. Следующее, опять же, маленький остаток во флаконе. Это Junk What Lush. Что-то этим летом все про него вспомнили. Есть примерный, не знаю, как это назвать, аналог, продолжение в спрее. Называется Comforter спрей. Это черная смородиновая конфетка с ментолом. Ну и все. Это черносмородиновая конфетка с ментолом. Петь оды ему я бы не стала. Он приятный на лето. Черная смородина не котовская. Приятный ментол. Освежает. Достаточно яркий аромат. Мне нравится, да? Но вот опять же, вот такого остаточка мне достаточно. И я, наверное, взяла бы спрей себе полноразмерный. Формат спрея, он как-то для меня легче. Тут прямо история. Когда я увидела впервые, что вышел Yves Saint Laurent Libre Intense, я долго его искала, чтобы понюхать, понюхала и поняла, что мне очень редко нравится люкс, а тут мне прям понравился он. Но опять же, я думала, покупать или не покупать мне полный флакон, нигде не могла найти нормальный остаток.
дождалась скидок, вот, наконец-то, в Литуаль и купила себе 30 миллилитров, потому что я реально, наверное, полгода точно, может, даже больше, маялась. Я каждый раз подходила, наносила на себя. У меня был выбор между тремя для меня похожими ароматами. Это Yves Saint Laurent Liber Intense, это Allure от... Allure? Alive от Hugo Boss, Alive, да, Alive, Intense, который тоже. И Lancôme в такой вот Юле, как он называется, La Nuit, Trésor La Nuit. Для меня эти три аромата, они прям такие вот сладкие, тягучие, чтобы я была взрослой, пожившей женщиной, желанный и манящий с красными губами. Долго я маялась, выбирала, 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 выбирала. В итоге, короче, купила вот этот себе. И очень довольна. Сейчас было лето, я даже летом им пользовалась периодически вечером. Очень мне он нравится. Он хороший, он такой карамельно-коньячно-сладкий. Он не уходит в какую-то шершавую мерзкую базу, как часто делает люкс в моем носу. Нравится. Нравится, хороший, рекомендую к нему приглядеться. Мне совершенно не понравилась версия, которая вышла после. Мне совершенно не нравится оригинальная версия. А вот версия Intense меня покорила. И это как бы, да, редко бывает. Ив Сен Лоран, гордитесь собой. И венец, вершина просто моей коллекции. Это Happy Ruru Morikidoriki. Кто на меня подписан в Инстаграме, собака Макакайзел, тот знает историю про Мориков-Дориков и Литуаль. Кто не знает, расскажу. В Литуале была распродажа. Я зашла на сайт, и, к несчастью, рядом была моя дочь, которая, как вы опять же могли догадаться по отсутствию видео и присутствию ее в Инстаграм везде, сидела дома 2 недели на больничном. Я выла волком. Видите, я на цепи сидела. Первый день ее отвела в садик. Вот. И она сидела рядом со мной и увидела, что рюкзачки Морики-Дорики и парфюмированные спреи Морики-Дорики на распродаже, и они сразу стали нужны. А они там стоили 70% скидка, 300 рублей. Думаю, да я куплю эти, конечно. Я говорю, давай закажем, мы заказали все. Я их оплатила. А на сайте Литуаль такая странная система, что забрать из магазина самовывозом можно, только оплатив перед этим. Я оплатила. Деньги ушли. И мне приходит сообщение о том, что товара нет в наличии в этом магазине. Я думаю, блин, деньги возвращайте, вернули деньги. Я сделала заказ в другом магазине. То есть я смотрю, я же дура, я смотрю по наличию товара в магазине, делаю заказ. Мне магазин позволяет сделать заказ на этот грёбаный рюкзачок. Показала бы, она с ним в садик ушла. Три раза я так делала, три раза я так делала. Я даже на другого человека оформляла, чтобы он в Сосновом Бору забрал долбанный рюкзачок. Я думала, ладно, она забудет. Она не забыла. Она говорит, где мой рюкзачок? Хочу рюкзачок. Я стала, значит, страдать и писать в Инстаграме сторис пилить. Литуаль мне ответил, что извините, мол, так и так, у нас есть товар в достаточном количестве вот в этих 5 магазинах. Я приехала через 10 минут в тот магазин, который мне сказали, там не было в наличии. У меня просто глаза вывалились от ужаса, что я приду и ребенку не дам этот долбанный рюкзачок. Но потом оказалось, что они есть наличие, но они с браком. То есть там рюкзачок и 2 геля для душа. И этот гель для душа пролился в рюкзачок чуть-чуть. Мне вообще это все равно. Эти гели для душа она использует там, будет кукол мыть. Рюкзачок я, ну, в общем, я его выкупила в итоге, помыла и взяла себе еще на сдачу вот такое. Там еще был брелок, тоже за 290 с чем-то рублей, брелок и духи. Подарила ей духи, говорю, мол, будут у тебя свои духи, не хрен мои трогать. Ну, должна сказать, что если к этому серьезно подходить, то это унисекс скорее мужской, спортивной направленности, цитрусовый, немножечко морской. И достаточно быстро он исчезает с кожи, то есть он пахнет приятно и достаточно быстро исчезает с кожи. А она бегала тут, всех душила, и никто не умер. И это очень хорошо. То есть в плане детскости воды 10 из 10. Аромат ненавязчивый, быстро исчезающий, но его чувствуется, он не просто как вода. И он бесспиртовой, насколько я поняла, потому что спиртом он не пахнет вообще.
То есть, если здесь есть спирт, то в каком-то минимальном количестве. Так что, если вам нужен детский парфюм, то вот, пожалуйста, морики-дорики вполне себе. Для того, чтобы поиграть ребенку, норм. Да и даже запах приятный, я должна сказать. Не то, чтобы я хотела им пользоваться постоянно, но... Вот, такие дела. Внизу оставлю ссылку на интернет-магазин в Инстаграме, где я делаю заказы остатков во флаконах. У Лены Читоки тоже регулярно проходят распродажи остатков во флаконах. Прямо, я не знаю, у нее там каждый день что-то новое она выкладывает. И также скину ссылку на Колю, который варит свечи, которые пахнут просто бомбически. Что у вас нового? Расскажите мне. Я прям в какой-то... Все слово дефлорация пришла на ум, но нет, к сожалению. Я в какой-то культурной яме была все эти вот 2 недели, что была с ребенком дома. Расскажите, что у вас происходит, а я пойду вытру подоконник. У меня он что-то весь в тенях почему-то.